офигенное сочетание. Кстати, такой сет мне уже кидал один из зрителей моего канала. О, как они к первому пропуску смотрятся, вы просто посмотрите! Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска. Ну, по названию видео вы уже поняли то, что сегодня будут собирать сосеты вот с этим прикольным наборчиком. Давайте, кстати, сразу же с ним заделаем скринчик. Я думаю, что многие из вас уже его получили, потому что получить его может абсолютно не каждый. Нужно 2 недели пробыть без штрафов репутации. И довольно-таки многих людей я встречал в этом костюмчике, потому что он все-таки временный, и всем хочется с ним поиграть и почувствовать что-то новое в своем сете. Поэтому давайте приступаем к сборке сетов с этим прикольненьким наборчиком. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Погнали! Кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Там на 2000 подписчиков будет конкурс на большую сумму алмазов. Ссылочка в описании. Так, мы берем Алока по стандарту, потому что самые лучшие сеты собираются только на Алоке. И погнали, вот такой вот тут у нас костюмчик. Мне, конечно, уже мои любимые зрители покидали сеты с этим костюмчиком. Давайте начнем с очков. Посмотрим, что они из себя представляют. Давайте подберем, мне кажется, лучше белая причесочка сюда подойдет, нежели черная. Хотя, если вот эта футболочка, потом мы сюда пульнем совершенно бесплатные штанишки из набора за временные алмазы. Вот эти. И кроссовочки, к примеру, Данк Мастера. Смотрится, да, довольно-таки неплохо. Давайте теперь соберем какой-нибудь голубой сетик. У нас... Я заделаю свой самый любимый голубой сет из этой игры. Он включает в себя вот этот торс, потом штанишки. И если уже и с этим сетом эти очки не смотрятся, значит очки такое себе. Вот такой вот мой любимый сетик. Давайте пихнем сюда какую-нибудь белую причесочку. У нас есть вот такая шикарная. Ну, согласен, согласен, не спорю. Черная причесочка сюда смотрится лучше. Вот такой вот сетик. И я полностью согласен, что сюда нужна какая-нибудь или масочка, или шлем. Так, ну, очки на любителя, как вы все поняли. Давайте единственное что, посмотрим, как все это смотрится с футбольными с иньянем. Иньянем, конечно же. Максимально дефолтный сет с иньянем. Вот такой вот, либо какой-нибудь вот такой вот. Довольно-таки неплохо. Теперь переходим к курточке. Так, она у нас черно-синяя. Кроссы используем вот эти, либо же от набора BTS, тоже черно-синие, вот такие замечательные. Сразу же хочу посмотреть один сетик, это не он, штанишки нам нужны. Где-где? Во, вот эти. Все-таки куртка у нас темно-синего цвета, а штаны черно-синие. Может быть, это критично, но еще я не могу сказать это точно. Оставим вот эту масочку и любую черную причесочку. Грим давайте вот этот оставим. Вот такой вот сетик у нас получается. Посмотрим, как с баскетбольными кроссами. Вот так мне нравится побольше. Все-таки курточка темно-синяя, а не прямо чисто черная. Но что вот эти штанишки, что вот эти штанишки, что штаны ангела смотрятся с этой курткой великолепно. Чисто черные штанишки тоже прикольно. Сейчас давайте посмотрим, как смотрятся вот с этими штанишками. Они все-таки тоже более черные, чем курточка. Эти более фиолетовые, вот эти довольно-таки... А, ну эти мы только что смотрели. Этот пропуск такое себе. Давайте посмотрим, вот так вот протыкаем. Потом вот так вот протыкаем тоже на всякий случай. А, это не скейтер, это только один на раз. Потом вот этот пропуск. Эти шортики, понятно, вот тут может быть нет, не может быть. Еще мне интересно посмотреть, как этот торс смотрится с этими штанишками. Во, офигенное сочетание. Кстати, такой сет мне уже кидал один из зрителей моего канала. Я думаю, что да, с этим торсом вот эти штанишки тоже годно смотрятся. В принципе... Куртка темно-синяя и черные штанишки смотрятся довольно-таки неплохо.
Я думал, что вот эти штаны сюда подойдут просто идеально, но оказывается, тут разный синий цвет. Поэтому давайте попробуем подобрать какой-нибудь идеальные темно-синие штанишки, которые под эту курточку подойдут. В принципе, вот эти штанишки смотрятся неплохо. Это такое себе. Дальше, что у нас еще имеется? Тоже такое себе. Тоже, ну, вот это, в принципе, пойдет. К этому Яню нужен другой торс. Вот штаны пробужденного Алока тоже довольно-таки неплохо смотрятся, но на любителя. Все-таки нет, к этим штанишкам нужен другой торс. Вот эти штанишки тоже такое себе. Тоже такое, ну, это понятно, мы их уже рассматривали. Вот эти штанишки очень даже неплохо смотрятся, рекомендую. Так, эти штанишки такое себе, черные джинсы. Вот, кстати, другие черные штаны, которые мы уже рассматривали в этом видео, но они были чуть пораньше, они смотрятся лучше. Вот, один и тот же синий цвет, что на куртке, что на штанишках. Но я думал, это как-то получше будет смотреться, но цвет один и тот же. Я не знаю, на видео вам видно, что это один и тот же синий цвет или нет, но это факт. Вот он один и тот же. Хорошо, одни штанишки мы уже нашли. Жаль, что они по форме такое себе. Но, возможно, некоторые зрители, они посмотрят и скажут: вау, офигенные штаны, я буду играть в этом сете, пока у меня не закончится эта куртка. В принципе, по цвету это лучшие штаны, которые мы подбирали. Идем дальше. У нас вот эти штанишки. Ну тут какой-то ремень висит, который напоминает хвост, поэтому такое себе. Так, эти шортики по цвету точно такие же, как синие элементы на курточке. Смотрятся тоже довольно-таки неплохо, но на любителя. Дальше, штанишки вот эти. На любителя, кому-то понравится, кому-то нет, бирюзовые тут не в тему. Эти такое себе, эти тоже. Так, такое себе, мотоциклист такое себе. Эти тоже такие себе штанишки, эти тоже. Ну, в принципе, тут пошли самые обычные штанишки. Самые лучшие штанишки мы видели, которые были наверху. И я не понимаю, почему бриджи именно такого цвета. Я даже не знаю, что подбирать под эти бриджи. Так, с курточкой мы разобрались. Теперь давайте посмотрим по бриджикам. Ну, во-первых... О, как они к первому пропуску смотрятся, вы просто посмотрите! Один и тот же цвет, что на торсе, что на бриджах. Офигенно, великолепно. Хоть они и по форме такое себе, но вы посмотрите, насколько одинаковый цвет. Вот прям, чтобы точь-в-точь таких штанов... Я заговорился уже. Точь-в-точь такого же цвета в игре штанов нету. Есть две пары штанов, которые более-менее по цвету подходят. Но чтоб точь-в-точь, это впервые. Офигенно, мне понравилось, я прям заценил. Теперь к этому сету осталось подобрать, ну, очки, мне кажется, лишние. Грим давайте уберем. Очки какие? Или масочку мы сюда пульнем? Вот сейчас бы подобрать идеальный сет к этому всему. В идеале я протыкиваю каждую шмотку и смотрю, как все это смотрится. Конечно, я не спорю, я могу одеть маску марионетки. Я могу надеть прическу королевский фиолетовый. Заделать максимально дефолтный сет. Но вы же меня из-за этого и смотрите, потому что я собираю не дефолтные сеты. И вы узнаете новые сочетания. Так давайте вот прямо сейчас заделаем что-то годное и красивое, и не дефолтное. Голову кролика. Вот, все, сказка. Ой-ой-ой. Баскетбольных кросс только не хватает. Какой фастерский сет был бы. Ой-ой-ой-ой. Или бороду сюда. И шляпу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, я решил остановиться вот на таком сочетании. Я не нашел прямо каких-то идеальных очков или маски. Вот эти смотрятся неплохо. И вот эта повязочка на глаза. Можно вот эти оставить, и получается, в принципе, такой голубоватый сет. Теперь остается подобрать только идеальные кроссы. Наверное, мы опустимся вниз и наденем белые НМДшки. Они же у меня в избранном, нет? Нет? Нет, странно. Ну ладно, давайте до них долистаем, это уже не проблема. И также посмотрим, как смотрятся
свифты. Но вот тут мы пока листали, я вспомнил, что у нас есть вот эти кедики, которые великолепно подходят. И еще у нас есть кроссовочки за промокод, которые раздавались бесплатно. Так, можно вот эти рассмотреть. Тут, в принципе, розовый цвет-то есть, но добавляется бирюзовый, что нам не нужно. Вот эти кроссы оставить, и, как по мне, идеал. Просто шикарно. Конечно, многие скажут, фу, что за говно, но лично мне это зашло. Также вот эти кроссы можно рассмотреть. Нет, все-таки они голубоватые. Поэтому, наверное, я бы все-таки оставил вот эти кеды, и вот такой вот сетик у нас получается. Конечно, сюда спокойно можно напульнуть вот эту голову, можно пульнуть вот эту масочку, вот эту причесочку, а обычные белые кеды, можно вот эти кроссы пульнуть, можно вот эти, можно второй пропуск, можно вот эти. Но я все-таки хочу оставить тот сет, который вы видели. Давайте еще раз его для вас соберу, чтобы вы увидели и точно оценили, сказали да, прикольно, либо нет. Вот такой вот дефолтный, он более лучше. Но дефолтного, но беда дефолтного сета в том, то, что он вам нравится только из-за того, что вы этот сет видите каждый день. Когда вы увидите вот этот, именно не увидите, а будете видеть его на протяжении недели, он вам тоже понравится. В этом и прикол дефолтных сетов. Теперь, после вот этого сета, я не знаю, как дальше собирать сеты с этими бриджами, потому что я уже собрал один офигенный сет, который просто идеально подходит. И дальше, что делать с этими бриджами, я не знаю. Ну, вот эту футболочку можно оставить. Дальше, вот этот торс можно оставить. Прическу и маску я менять не буду. В принципе, если вам понравится сочетание торса и бридж, то вы сами спокойно можете подобрать прическу и маску. Это уже не так сложно. Так, у нас есть вот эта курточка. Мне тоже понравилась, потому что правый рукав, он почти такого же цвета, как вот эти бриджики. С джинсовкой смотрится на любителя. Всякие белые торсы сразу же мимо. Дальше. О, нормально, но нецелесообразно. Да, вот. Вот с этим торсом тоже прикольно. Нормально, нормально. Ну, кому-то понравится, кому-то нет. Вот с этим самурайским торсом по цвету неплохо. Но были бы это штаны а-ля пуховые, было бы лучше. Дальше, та же самая история. Та же самая история, были бы это штаны, а не бриджи, было бы лучше. Ну и все, получается, с иньянем вторым нормально на любителя. Дальше, с этой курточкой тоже прикольненько. С этой такое себе, с этой синей такое себе, с этой нормально. Дальше чисто с голыми торсами на любителя, с этим отбой, с этим тоже такое себе, с этим такое себе, такое себе. О, в принципе, тоже почти одинаковый цвет, что на торте, что на штанишках. Ну, со снеговиком, понятное дело, эти все торсы я даже рассматривать не хочу, вот. Но опять же, были бы это штаны, было бы лучше. С джинсовочкой. А вот с джинсовочкой, кстати, неплохо смотрится. Остается у нас сеты с кроссами. Давайте прямо парочку сетов, и я пойду, потому что у меня уже дела. Так, вот эту. А что мы сюда подбирали под футболочку? Я помню, у нас есть тут прикольные штанишки. Вернее, шортики. Или штанишки это. Так, от Potential, вот эти, во, о-о-о-о, нормально. Так, ну, тут уже любой уровень, но второй уровень смотрится прямо идеально с этими шортиками. Но шортики, футболочка за первый уровень и шортики за второй уровень с этого пропуска, они смотрятся прямо идеально, и под кроссы тоже прям великолепно. Давайте дальше смотреть, какие у нас есть бело-голубые, бело-синие торсы. Так, ну вот не было бы красных элементов на футболочке, было бы великолепно. Так, этот больше бирюзовый, чем синий. Этот, ну в принципе, пойдет. А дальше, что у нас имеется еще? Вот такой торс, такое себе. Хотя, нет, не хотя, у нас другой торс.
Так, под этот торс что у нас есть? Я сейчас пока листаю, вспоминаю. У нас есть вот эти штанишки. Где они у нас? Вот эти. Но все-таки они беленькие. Все-таки нужен бело-голубой торс, а не черно-синий. Так, что у нас имеется? А давайте вообще что-нибудь бесплатное напоследок соберем. К примеру, мы возьмем вот... Нет, не вот эту курточку. Где она? Вот эту курточку. Потом штанишки с набора за временные алмазы. Эти кроссы оставим. Так, где у нас штанишки за временные алмазы? Они чуть выше. Лок не подходит. А, вот они. Ну, такое себе. Все-таки они бело-голубые. Хочется прям беленькие, светленькие штанишки какие-нибудь. Может быть, вообще чисто белые штаны и какой-нибудь бело-голубой торс. Вот наподобие вот такого. Либо штаны ангела сюда. Нет, со штанами тоже такое себе. А может быть, вообще шорты нужны под эти кроссы, а не штаны? Ну-ка, давайте попробуем. А что у нас тут есть такого синенького? Есть вот эти. Тоже такое себе. Ну, с кроссами проблематично, если с торсом мы собирали довольно-таки много. Ну, только если как-то так оставлять. И очечи можно те, которые я уже надевал по торсу второго пропуска. Они у нас где-то тут. Ну, по цвету они точно такие же, только по форме чуть-чуть отличаются. Почему-то я их пролистал. Странно, ну ладно. Есть вот такая еще банданочка. А где? Где у нас эти очечи? Что-то я не понимаю. Ну, короче, вы поняли. Те же самые голубые очки. Как-то так это все будет выглядеть. Я надеюсь, что хоть кто-то из вас что-то полезное из этого видео выцепил. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И да пребудет с вами стиль.